Всем привет! Дружеская дуэль с Кирарой, поехали! Приглашение отправлено, и она его принимает. Хочешь сыграть в карты? Здорово, дай только коробку с картами достану, у меня все лежит на своих местах. Давай. Да, у нас, кстати, колода тоже поменялась, она смотрится довольно эпично и... Что? Нет, это мы точно не будем брать, хотя, в принципе... О, два Тимми. Но Катерина почему-то в последнее время мне вообще не попадается. Ладно, я буду начинать с Невеля, он довольно неплох, как вы уже заметили из предыдущих видео. Так, 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 так. Огонь нам не потребуется, это все скипаем. Ага, поехали. Да, но это дружеская дуэль, по идее, здесь ничего сложного не должно быть, хотя мы не знаем, на что она способна. О, нет, тут у нас появляется лечение, неприятная ситуация. Ладно, Тимми поехал один, Тимми поехал два. Я думаю, что, кстати, в этот раз можно использовать вот эту карту великолепную. Так, остальное оставляем как есть. Пошли. Ух ты, появляется лечение, мы это прекрасно помним. И да, кстати, когда мы получим эту карту, она у нас поменяет нашего... Тому. Тома, Тома, Тома. Уйдет. Уйдет от нас на время. Так, ну что у нас? Минус один, плюс два. Ничего себе. Как же мне нравится этот скилл. Он так хорошо лечит. Плюс два хп за один удар. Это просто великолепно. Не забываем, что здесь у нас присутствует... О, есть! Присутствует самое главное. Это 6 раундов, основное условие, которое нужно обязательно выполнить. И все возможно, ребят, все возможно. Будем надеяться на лучшее. Потому что бывали случаи, когда нам не удавалось выполнить это условие. Да, в дружеской дуэли. Именно в дружеской дуэли. Это полное безумие, но так оно и есть. Опять мне выпадает. Кстати, зачем? Ну я же отказался от этой карты. Надо убрать вообще ее. Я, в принципе, ее не использую. Так, ульта, кстати, будет. Горшка нету. О, нет, горшка, ребят. Горшка нет, это плохо, потому что ульта-то готова. Было бы неплохо сейчас зарядить дополнительно плюс 3. Урона, к сожалению, это не получится, да? Ну, где-то Тимми сработает сейчас. А ну-ка, поехали. Так, мой ход. Естественно, мы начинаем с ульты. Жестко, жестко. Ну, в принципе, плюс-минус неплохо, согласитесь. И теперь мы будем... А, у тебя щит появляется, я тебя понял. Но зато у нас есть возможность лечения, да? А чего мы остановились? Чего мы ждем? А, так у меня ни одного дайса нет подходящего. Извините, сейчас будет. Погодите, а что она делает-то? Энергия? Одному из ваших персонажей с неполной энергией? Да, в принципе, это не важно. Вот это сейчас мне точно не нужно. Но единственное, что у нее урона явно не хватает, это минус большой. Что мне делать с этим? Так. Ну, есть смысл, например... О, погоди, я ошибся! Извините, я совершенно забываю, что у него есть ответка неплохая, слушайте. Да, смотрите, спасает. Но я думаю, что не спасет в любом случае, потому что до ульты мы доживем, и в следующем раунде сразу минусанем эту карту. Проблем будет, конечно же, в Какоме. У нас еще два дайса остается. Естественно, можно как-нибудь их потратить. Я предлагаю сделать вот так вот. И скипаем. Неплохо. А так-то это минус один вообще-то. Вот эта карта, кстати, очень часто в первом раунде эта карта имеет большое значение, если вы понимаете, о чем я, потому что всегда в большом количестве случаев остается два неизрасходованных дайса. О, кстати, погодите, это, возможно, мне пригодится. Пришло время, наверное, поменять. Да, это прям Екатерина здесь. А вы посмотрите, а. Да ну тебя. А, два Тимми сработали. Так, ладно, раньше времени, конечно, мы не радуемся, потому что нам потребуется сейчас минус один, да. Ох, так я не знаю, ребята, а есть смысл, да? Ну, скорее всего, да, чем нет. Ну, так-то мы минус один хотя бы сделаем, ну так плюс два. Нам сейчас урон требуется, поэтому остальное не важно. Будем делать так. Она нацелена на победу, я не понимаю. А, нет, смотрите. Какая глупость. Так, минус 2. И, кстати, карта сразу теряется. Это хорошо. Я считаю, что это нам сейчас как раз и требуется. 3-3-1.
Да, здесь у нас неловкая ситуация. Ну что тогда? Есть смысл достать, наверное, вот эту штуку, да? Как вы думаете? Горшок, возможно, появится. Да ну тебя, серьезно? Ну ладно, у нас есть еще вот такой путь. Давай. А, ну если я сейчас использую, к сожалению, да, это будет проблема. Может быть, тогда мы сделаем вот так, и появится горшок? Ну да ладно тебе, ну Катерина, ты здесь при чем? Ай, да как такое вообще возможно? Ну я так рассчитывал, ладно. Тогда мне придется бить Нёвеля там опять. Ну ладно, у него там ответка есть, давайте так. У него есть ответка на минус 3, поэтому, возможно, это лучший вариант. На тебя. Ну и так нельзя! Кричит она, но это тебе не спасет. Ой, погодите, реакция сработает. Нет! Минус 5. А вот это реально будет больно. Ну, горшка мы не получили. Нет, не получили, конечно, зато у нас есть вот эта штука. На всякий случай мы ее используем. И бьем с руки, конечно. Конечно, бьем с руки. И восстанавливаем себе 2 хп. Ах ты, ну, вот я не понимаю, что это за жесть. Вы посмотрите. На самом деле, мне кажется, что пришло время немного менять условия наши. Ну, просто он потеряем, мы его потеряем сейчас. Мы его реально потеряем, и непонятно еще какая-то штука на нем висит, семена кошачий какой-то. Активный персонаж на этом, с этой стороне получает один, когда на стороне с этой карты сыграют 2 карты, понятно. Короче, возможно, нам придется менять его. А сейчас огонь, там сразу минус 3, скорее всего, да? Это минус 3 и добивает его просто. Мы вообще ничего не можем сделать. Придется спасать. Я не знаю, как это будет работать. Ну, давайте попробуем вот так вот. Минус 1. Да, если сейчас первые будут бить они, то это печаль. Ладно, у меня выхода не остается. Пожалуйста, пожалуйста, сработай. Еще и обычная атака. Вы что, прикалываетесь? Продолжается ход противника. Откуда? Дружеская дуэль. У меня всегда если закончились. Вы что, прикалываетесь? Не, погодите. Это же дружеская дуэль. Откуда у тебя столько всего? У меня столько ресурсов не было никогда. Так, отлично. Мы и спасли его. Это уже прекрасно. Жесть. Минус 3, минус 1. Не, ну, в принципе... Яичница. Ну горшок где? Ну почему всегда такая ситуация непонятная? То две Катерины попадаются зачем-то. Я просто в шоке. Ладно, сейчас будем действовать по тактике заморозь, потому что этот раунд довольно серьезный, и нам надо будет... А, я понял тебя. Ну, кстати, неплохо. Да-да-да-да. О, да. А так лучше или так? Как вы думаете? Применение равняется, персонаж состояние подвижения, да-да-да, так-так-так, увеличивает ее. Ну, да, в принципе, не важно, поехали. Оу, да. А ты сейчас должна переключиться, я тебе то же самое сделаю и с этой картой. В принципе, они вообще ничего не смогут сделать. Здесь щит стоит, это неприятно. Опять еще один щит, вы серьезно? А она не будет менять дек? Она не будет менять. Неприятно. Офигеть. Ну, такого я не ожидал, если честно. Когда эта карта накопит 3 заряда, карта сбрасывается, при этом вы получаете 3 разных плана. Я чувствую, что пришло время, на самом деле, сыграть так. Погодите, в начальном броске 2 дайса будут соответствовать элементу вашего активного персонажа. Погоди. Давай. Неприятная ситуация. Ну, как же неприятная ситуация-то. Минус один, минус один. Да и так, минус один. Да толку-то от этого всего. Как неприятно! Это жутко неприятно. Ну, она свой ход сделала, скорее всего, мне будет очень больно в следующем раунде. Слушайте, ну неужели это может сыграть очень плохо? Минус один хотя бы неплохо, да?
Нет, 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 остановите. Если она будет следующая бить, она меня уже убивает просто. Она меня же просто убивает. И горшок появляется. Ну, это полная бессмыслица, если честно. Возможно, она, кстати, использует что-то другое, да? Ешку какую-нибудь поставит, медузу или типа того. Если она меня не добивает, возможно, шанс появляется. И, кстати, я, скорее всего, придется мне переключать на Тому и играть только этой картой. Ну да, с большой вероятностью. Пожалуйста, только не добивай, я тебя прошу, пожалуйста, не бей меня, пожалуйста, не бей. Будь разумный, не бей! Ух. Ё-моё, как же страшно. Так, вот это уже более-менее прекрасно. И да, мы будем обязательно использовать. Мы это обязательно используем. Делаем вот так вот. Это требовалось, безусловно. И сейчас... Это плохо. Сейчас вопрос в том, а на самом деле... Ультанет, да? Ну да ладно тебе, ну конец. Ну мы можем, кстати... Нет смысла даже воскрешать. Ладно, Тома, поехал. Есть! Сработало. Ну это просто великолепно, просто. Так, отлично, а эта мне Екатерина уже не нужна, поэтому мы делаем вот так и заканчиваем. Ребят, не забываем подписываться, писать комментарии, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, смотрите видео до конца и обязательно подписывайтесь на все каналы, ссылки, которые вы найдете в описании к этому видео. Три условия мы смогли выполнить, это великолепно. Колода наша также поменяется, и серьезную схватку мы будем играть уже другим составом. Поражение, эти людские игры такие сложные. И ссылку на колоду, конечно же, я оставлю в описании к этому видео. На этом все, пока.